Всем привет! Данный ролик посвящен косметике Green Mama. Некоторые продукты Green Mama можно найти теперь и в фикс-прайсе, но на официальном сайте вы этого не найдете. А почему? А все потому, что Green Mama заключила договор на распространение своей косметики именно в этой сети магазинов фикс-прайс. Если фикс-прайс есть в вашем городе, загляните туда, возможно, вы найдете что-то из этого ролика. Возможно, в этом ролике нет какого-то средства, которое есть в вашем магазине, но я записала маленький обзор на свой телефон, да-да, на телефон был такой секретный рейд фикс-прайс, где я показываю, что можно купить именно в нашем фикс-прайсе города Углича. На тоники для волос и шампуни я бы не советовала тратить деньги, лучше купите что-то иное. Так как от шампуней вряд ли вам будет польза для ваших волос, а тоники вообще совершенно бесполезны. Конечно, все глубоко индивидуально, но мой опыт общения с косметикой Green Mama идет аж с 2011 года. И именно тоники для волос не были каким-то там запретительным средством и вызывали, если не аллергию, то зуд, перхоть или просто делали волосы жирными. Допустим, те, которые должны были делать волосы, наоборот, менее жирными. Но, конечно, решать вам. А так, я бы вам посоветовала приобрести тоники для лица, которые по дизайну напоминают формулу тайги. 300 мл. Я считаю, что это очень экономичный и, в принципе, минимум трат на максимум пользы, скажем так даже. 77 рублей, кажется, они стоят так же. Мне вообще кажется, что вся косметика, предоставленная в фикс-прайс от Green Mama, стоит именно 77 рублей, вот эта фиксированная цена. Тоники с хорошим составом. Мне флакончика раньше в 300 мл хватало на 4-5 месяцев. Крем для ног имитирует похожий крем для ног от Green Mama с официального сайта. И отдельный обзор на него будет в отдельном ролике. А крем для рук очень похож по дизайну и вообще вот по тюбику. И, кстати, я только сейчас поняла, что консистенция крема для ног, который предоставлен в фикс-прайсе, очень похож на консистенцию крема для рук от Green Mama серии Дениса Зарнин с кашемиром. Но его давно уже сняли, к сожалению, с производства. Был отличный, шикарный, экономичный крем. Также я бы посоветовала к приобретению маски для лица. В нашем фикс-прайсе их аж 3 вида. Они довольно неплохие, потому что я в свое время попользовалась различными масками для лица Green Mama, и я думаю, что вряд ли качество в фикс-прайсе предоставленных масок отличается от того качества, что есть на сайте Green Mama с чуть другим дизайном. Кстати, серия Green Nova, к которой относятся практически все Green Mama-овские продукты из фикс-прайса, предоставлена также и на официальном сайте Green Mama. И она, да, действительно новая серия Green Nova. Ну, не настолько новая, конечно, но уже года три как в производстве. Мне кажется, это отличное решение, что Green Mama стала продаваться не только в каких-нибудь там бутиках, типа Rif Gosh или Magnit Cosmetics, ее тоже можно найти, или еще где-то, или на своем же сайте, и также Озон, но и в фикс-прайсе, потому что, в принципе, не у всех есть деньги купить что-то такое же в немножко ином дизайне и с, возможно, чутка измененным составом, но в 2-3 раза дороже. У кого-то есть деньги только на фикс-прайс, и покупать что-то в фикс-прайсе не зазорно. Иногда-то можно найти что-то приличное, допустим, ту же Green Mama. Если вам понравился этот ролик, то бегите быстрее в фикс-прайс вашего города, если он у вас есть. Или же просто поставьте мне лайк, если же вы поставите дизлайк, я тоже буду рада. Всем спасибо и всем пока!